Улицу Андрея Дементьева вновь вскрыли. Речь идет об участке от улицы Желябова до Жигарева. Дорогу перекрыли в пятницу 13-го. Отметим, что никаких предупреждений о грядущих ремонтных работах нигде опубликовано не было. Ремонтные работы с коллектором начала проводить ресурсоснабжающая компания «Тверская генерация». Водителям пришлось в авральном режиме искать пути объезда. О сроках завершения, как и о начале работ, также нигде не сообщается.